Ребята, с вами Вася Руденко. Я вернулся на просторы Ютуба спустя год. Возможно, я опять исчезну, выпустив и отстрелявшись несколькими выпусками. Никто не знает. Но посмотрим. Вначале я решил не вставлять никакой вокальный кавер или вступление, как я это делал раньше. Потому что выпуск, судя по таймлайну, получается довольно длинный. Вот. И вначале я вставил вам кусочек, отрывочек своего выступления с группой, из которой я играл в Алании в Irish Pub. Там мы с Андреем провели месяц, я регулярно ходил в Irish Pub, где играл вот с этими чуваками, собственно. Я считаю, очень важное умение, конечно, для музыкантов строить бэки и уметь петь. Это действительно круто. Тогда банда из трех человек, из четырех, как Beatles условно, или там Foo Fighters, может действительно достойно звучать. Уважаемые подписчики, Василий Руденко, мы сейчас находимся на фуникулёре в городе Алания. Мы совершаем восхождение на гору, на которой находится древняя крепость, и в данный момент там идут раскопки! За год, конечно, произошло очень много изменений, и самое важное, наверное, для моего влога, учитывая, что с самого начала я был всегда волосатым, ребята... Лысые в вашем полку прибыло. В общем, мне в какой-то момент страшно надоели волосы, и я решил просто побриться. И уже месяца 4 я просто наслаждаюсь тем, что выйдя из душа, можно сразу пойти на улицу и заниматься своими делами, не сушить ничего, не вытирать и так далее. В общем... Какой там текст, Андрей? Жирный! Жирный, с маленьким хуям! Мы с Андреем провели месяц в Турции. Там живет наш друг, мы останавливались у него, поэтому, слава богу, нам не пришлось платить за жилье. Регулярно ходили на пляж, кайфовали, там очень классная вода. Короче, мне прям понравилось, хотя я не люблю пляжный отдых. Я же серфер, я так живу! Вот, и, короче, проблема в Турции заключается только в одном, ну, в частности, Алании. То, что там... Пиво — это только Туборг и Эфес, и, короче, надоедает примерно через 2 дня. Именно поэтому мы на регулярной основе ходили в Irish Pub, собственно, в котором я и играл регулярно с ребятами, с этими. Там был Гиннес, вот. Это, наверное, была единственная причина, почему мы туда гоняли.
Андрей, привет. Иди нахуй. Андрей, привет. Сейчас я вам покажу нашу прекрасную верандочку, нашу гордость. Мы долго ее делали. Вот, она получилась очень-очень-очень эротичная. Здесь можно с девушкой своей посидеть, выпить винчика, пивка, настоечки, коктейльчик. Просто посмотрите на эту красавицу. Вот эти растения я сам проращивал. Вот, зерна ездил в поле, выбирал их руками вот этими вот буквально. Все сами простили, вот получилось такая. Ты что, ассенизатор или как-то правильно? Получается так. Березка русская. А сейчас я расскажу про наше растение. Что это? Это же скумбрия гуттаперчевая. Пахнет тухлой рыбой, как мы любим. Вперед. А зеленое это что? Зеленое это скумбрия не гуттаперчевая. Прикольно. Сколько стоит гирлянда? 17 миллионов рублей. 17 миллионов рублей. Да. Мизулина лично нам отдала. Она наматывала. Она наматывала. За этим заборчиком доступ в подвал. У нас пару пьяненьких мужичков туда упали, поэтому мы построили заборчик. Одного из них случайно не звали Андрей? Нет, я не падал туда. Да, кстати, Андрюх правда не падал туда. Да, здесь не видно, короче. Там будет такая беседка. Нормально. Слушай, ну, кстати, вот мы планируем на следующее лето, сейчас я скажу так ребятам, пока что это не очень понятно, как будет, но вот здесь мы будем делать маленькую сцену, а вот здесь для артистов мы будем организовывать гримерную комнату, да? Мне кажется, да. Довольно симпатично. Там как бы сделаем столик, зеркальце, и можно будет выпивать там, сидеть, приглашать дам. Зелено, мы как будто в лесу, а это центр города. Да, кстати, секси, согласен. Я снимаю. Бизнесмен Андрей. Да. Я хотел бы пригласить вас в наше заведение прекрасное, в котором люди проходят мимо и разговаривают громко, и поэтому нам нужно все переписывать. Сейчас еще раз. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Андрей, я бы хотел вас пригласить на нашу входную группу, которую мы наконец-таки доделали, допилили, купили все буквы, короче, которые мы нашли на Авито, вот, сложили из них пазлы и получились слова, которые я вынужден вам показать. Пойдемте. Собственно, название тоже было не просто так придумано, потому что это были единственные буквы, которые мы нашли на Авито. M-U-N-K. Вот, здесь это означает то, что bar and kitchen. Kitchen, как бы, ну, нас обязали сейчас по-русски все писать. Kitchen означает кухня, да? Вход здесь. В этом окне проходят вечеринки. Вот, слышите там? Everybody in the house tonight. Это все. Там подают клаб-сэндвич еще. Да, клаб-сэндвич, то есть его выносят так тупц-тупц-тупц-тупц-тупц. Вот здесь коктейли в этом окне наливают. Вот прям стучишься и сразу на тебе B-52. А вот здесь, в этом окне. Что там? Проходят концерты. Короче, вот еще только буквально вчера здесь выступала группа Убийцы. Ну, которая на самом деле звучит как группа Killers, you know, Killers. Somebody tell me, shmintin-dirit-min-me. О, они выступали здесь, да? Да, выступали. Прямо в этом окне, прямо в этом скандал окне. Скандал был еще, да? Да, там русский барабанщик сыграл, и они его обоссали. Андрей, ты только что жаловался на всю улицу, что у тебя затекли руки, поэтому теперь тебя снимаю я, и ты рассказываешь нам, что... Я просто жал 600 килограмм с груди сегодня, потому что я качок. 600 килограмм. Жирный качок. Ну, типа, то есть ты 6 килограмм 100 раз поднял? Да. Поехали. И что, идем внутрь? Раз, два, три. Смотрите, это кофейня. Андрей, в камеру нужно говорить. Это кофейня. Кофе здесь можно заказать. Так. Фирменные сэндвичи. Здравствуйте. А у вас есть кофе? Даже два. Он нормально ты отыгрываешь, бро. Так, смотри, ну так не пойдем. Может, закажем кофе? Мне один кофе, пожалуйста. Андрей, я уже обдрыстался от кофе. Все, хватит, я уже три выпил сегодня, да. Хорошо, ладно, пойдем. Кажется, справа от меня, слева от тебя, какая-то дырка с одеждой. Что это? Это гардероб. Ты думаешь, так ну, правильно переносить это слово? Я не знаю, у меня по-русскому два было. Да, у нас вот эти вешалки есть. Смотри, что там. Андрей как-то... Похоже на сейф, но это колоночка. Андрей как-то ограбил. Если ты будешь ко мне подходить еще чаще и ближе, это будет очень приятно. Может, тебя так снимать, так хочешь? Все мои комедоны. Комедон. Привет, это Андрей из группы Комедон Плюс. Ладно, пойдем, покажем сцену. Посмотрите, как хороший Андрей. В свете вечернего прожектора. Может, возьмем литр настойки и нажремся в говно? Я чувствую дух пиратства в тебе, Андрей! Смотри, как красиво. Не то, что на тех картинках дурацких, которые я вам показывал. Гораздо лучше. Здесь есть вот уголок эксгибициониста, Андрей. Покажи, пожалуйста, что за шторы у вас. Там всегда голый мужик стоит. Его зовут Андрей. Не, на самом деле, типа, у нас здесь есть такой плейс, где...
можно делать документы всякие. У нас просто есть еще второй этаж, но он пока не доделан. Да, второй этаж, где будет офис. Вот. Ну так, типа, пока что здесь. Принтер и сканер. А еще мы свечки вот такие купили, смотрите, как красиво, насыпные называются. Она, если падает, разбивается, пожар не наступает, представляете? До чего технологии дошли. Андрей. Да. Я хочу рассказать ребятам историю о том, как ты ограбил казино. Да-да-да. Вот, к сожалению, денег там не было, поэтому я взял только ковер. Да, он взял только ковер вот с рисунком казиношным. Такая тема. Нет, на самом деле довольно эстетически смотрится. Короче, сначала мы думали, что будет шляпа, а на деле нормально. Короче, последний раз, когда я вам показывал, что весь аппарат мы покупали у себя на студии, распаковывали. Все, он здесь стоит, у нас нормальные мониторы. Electro Voice. Это как бы... Это вот они, 4 штуки. Звук Mayer Sound. Белые колонки шикарные. Кремовые. Вот вы уже видите Людмику, да, на сцене. Там всякая аппаратура и так далее. Я не буду все показывать. Вот, мы уже заказали еще один сценический свет. Сейчас пока у нас такой дешманский вариант стоит. Но все равно он как бы уже неплохой, на самом деле. Вот. Есть как бы на чем работать, скажем так. Покажи диван, вот классный у нас есть. Модный диван. Модный диван. А, кайф, знаете, в чем я забыл сказать? Вот так вот можно выйти сразу на веранду. Курить сигареты, прикиньте, вышел и куришь спокойно. Не надо спускаться куда-то, там идти пешком долго. Тысячелетия, годы проходят, не знаю, сменяются эпохи, цари. А вы все еще идете курить. А тут вышел и сразу уже на веранде. По кайфу уже? Привет, меня зовут Андрей, возможно, вы меня знаете. Андрей, давай за тебя скажет другой человек. Вот этот. Dead metal, dead core, dead anal shit core, anal hardcore, vegan shit metal core. Привет, меня зовут Андрей. Возможно, вы знаете меня по таким ролям, как Зебра Виктор и, естественно, Алла. Я говорю, Алла, вы говорите... Аланьевна. И поэтому в нашем баре есть картина. Да ладно, это она? Это прекрасные девушки, да? Это она, я бы сказал, она женщина, милфа. Кстати, я показывал вам окна, помните? Вот окна, смотрите. Классно же? Да, Андрей? Да, это отлично. А теперь я покажу вам туалеты. Подожди, давай сейчас вот мы вот так прогуляемся. Андрей пока танцует. Да. Смотрите. Очень красиво, мне кажется. Красивые окошки. А, сейчас для всех гитаристов важный момент. Стой. Это массив ольхи. Слышите? Это Fender Telecaster 89 года. Сделанный в Калифорнии. Прикольно. Прикольно, Андрюха, тебя штырит. У тебя это твой личный винный шкаф? Да. Здесь я держу свое винишко. Давай сейчас. Спорт. Погнали. Привет, вы в туалетной комнате Бар Мунк. Итак, посмотрим. 1, 2 или 3? Загадывай число, Василий. 6. 2, правильно, окей. Смотрите. Боже мой. Так, красиво. Толчок. Давай другой пока. Это же оригинал Пабло Пикассо за 18 миллионов долларов. Номер 3. Что здесь? Какая красота. Здесь, короче, какой-то другой дизайн. Ну, унитазы почему-то одинаковые. Почему унитазы одинаковые? Потому а знаешь, что... потому что в России жопы одинаковые. И самая главная комната номер 1. С расписной трубой. Ну да, все прикольненько так. А запах? Да, бумажка валяется. Ну это, конечно, вообще секс. Помните, они такой же! Это, кстати, мы Андрюхе на день рождения подарили картину, если что. Отсюда можно... У нас, кстати, такая люстра есть шикарная. Можно выйти тоже на улицу, прикиньте. Так, идешь. Вот здесь улочка. Чпоньк. Я не часто прошу вас о чем-либо, и если вам нравится мой контент, вы можете сделать мне приятно. Я оставлю ссылочку в описании, где вы можете перейти и оставить отзыв о нашем баре в Яндексе. Это, правда, поможет нашей работе. Как вы видите, мы стараемся. Спасибо.
видео я играю с Рика композиции группы «Двери», «Doors», да, в кабаке, который называется «Black Sand Brewery», то есть пивоварня, черный песок. Так вот, если вы будете на Бали, я, правда, советую вам сходить туда. Цены примерно как в Москве, но там, наверное, единственное место, где можно выпить правда хорошего пива. Там есть и IPA, и Double IPA, и всякие газешечки и так далее. То, чего вообще в азиатских странах днем с огнем не сыщешь. Почеши эту мариную вкус. Немного расскажу вам про балийские базы и студии, на которых я занимался не так уж и часто, пока мы были все это время там, потому что я решил действительно отдохнуть от барабанов и от музыки, которая присутствовала в моей жизни много лет. И, кстати, это хорошо довольно сказалось на головушке. Базы, на удивление, стоят так же, как в Москве, хотя, конечно, уровень зарплат на Бали и в Индонезии ниже, я имею в виду средний. Инструменты нормальные, Sonar EQ One, вот был на базе, где я постоянно играл. Тарелки я брал с собой. Брал хардкейс, и это не в первый раз, когда я беру на Бали тарелки, потому что я путешествую налегке. Я беру с собой в основном рюкзак, backpack, да, то есть, типа, где у меня просто шмотки, ноут и там фотик, и всякая основная такая тема лежит. А туда, ну, что-то, что я могу сдать в багаж, это в основном вот тарелки, палки и все. Ну что ж, вот очередной выпуск влога подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Мне будет приятно, если вы оставите комментарий.
Также мы увидимся довольно скоро, на самом деле, потому что я наснимал довольно много материала, и сейчас, по идее, скорее всего, я должен лететь в самолете и монтировать следующий выпуск, где будет новая интересная рубрика. Надеюсь, она вам понравится. Так что спасибо за просмотр. До свидания. Here I am in Sydney.